Медсестра Казбековской районной больницы спасла жизнь человека, оказавшегося в чрезвычайной ситуации. В октябре прошлого года в обрыв опрокинулся бульдозер, за рулем которого был местный житель. Его придавило трактором, который чудом удержался на склоне. К счастью, водителя Равшана Имеева в составе бригады скорой помощи оказалась на месте происшествия и не побоялась войти внутрь салона. В профсоюзе работников здравоохранения поступок медработника отметили премией. Под трактором лежал пострадавший. Он был весь в крови, измученный он был уже. Я вот тогда вообще не думала ни о чем. Я сперва ему первую помощь оказала, обезболила его. Как могла, потом вытащила его из-под трактора. От имени профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева поблагодарила медсестру за проявленный героизм. Есть медсестры по специальности, а есть по призванию, отметила она, говоря о Равшан Имеевой. Я хочу сказать, что Равшан Дадаевна очень скромный человек. За 14 лет работы старшей сестрой в приемном покое на ее счету десятки спасенных жизней. Еще раз хочу вас поздравить и поблагодарить за ваш смелый, ответственный и ежедневный труд.